короче, Укры готовятся наступать на Херсон в очень большом количестве. Будут наступать в плане по воде, будут американские катера, лодки, артиллерия будет на воде. Они будут окружать нас, отрезать от Крыма полностью. Они будут наступать со стороны Одессы, со стороны Николаева, со стороны воды. И они будут сейчас пробивать Снегиревку и в направлении Херсона, чтобы захлопнуть нас здесь. Только хорошо. Вот один вопрос, куда съебываться? Они не могут целый полк оставить. Да. Причем вы там россияне, не одни. Так как россияне съебываются. Это... Я в курсе, я разговаривала с Юлей, я знаю. Что рассказывал ее папа, она мне все это говорила. Да. Они съебываются быстрее нас. Я знаю. Они нас просто кидают, как мясо, и все. Мне Наташа, он рассказала сегодня. Наташа ночью услышала, как Олегу звонят и говорят, что прорыв на Угледаре, вот этот вот, когда там позавчера, чи когда вот, россияне, то есть стоят первые наши, Я знаю, да. Вторые россияне, а третьи чеченцы. Чеченцы ушли, россияне ушли и оставили два взвода, 30 человек, пацанов ментов, они их оставили. А ему говорят, что ну, мы их оставили, чтобы их сейчас зафигачили, а мы потом по ним отработаем. Я же говорю, у нас от полка уже осталось, любимая, уже не 1000 человек. Ну, было ж 1500. Было 1500, уже даже не 1000. Угу. Уже меньше. Угу. У нас в пятом бате только самострелов, уже, наверное, штук 50. В смысле самострелов? Типа руки-ноги? Ну, типа сами в себя стреляют. Да. Руки, ноги, тело, грудь, плечи.